Здорово, мужик, на связи Шамшурин. И сейчас в продолжении предыдущего видео с подходами к девушкам, которые стояли на остановке, поговорим с тобой о том, как знакомиться с девушками, когда ты в машине, когда ты на машине. Ну, как бы, с чего начать, собственно говоря? Начну с того, что у многих есть такое заблуждение, что как только я куплю себе тачку, я буду Д'Артаньяном. Я буду там, не знаю, супер-мега-героем, ёбрем-террористом и так далее, да, то есть и у меня сразу же появятся девушки, их будет очень много, они будут красивые там и так далее. Все это, ребята, на самом деле фигня полная, потому что, как бы, тачка, она абсолютно никак не влияет на, ну, на количество и качество женщин в твоей жизни. Да, как бы будут появляться какие-то тёлки, которые будут вестись на машину, но, опять же, это все совершенно не те женщины, которые тебе нужны. И, во-вторых, они будут вестись на твою машину, как бы, на твой ресурс, а не на тебя самого, то есть не на тебя как личность. Поэтому такой прикол, что, как бы, есть у тебя тачка или нет, на тёлок это никак не влияет. Да, это повышает твое внутреннее состояние какое-то, там, твое самоощущение, твоя уверенность, да, я крутой, у меня крутая тачка. Но, по сути дела, кроме этого, как бы, больше ничего не повышает. Итак, смотри, давай к тому, что я, кстати, знаю очень много чуваков, довольно небедных, назовем их так, которые при этом ездят на дорогих машинах, да, там у них свои квартиры в центре Москвы, но при этом они пользуются услугами проституток, потому что им, в принципе, а, некогда ухаживать за девушками, б, они не умеют это делать. Итак, как знакомиться в тачке? То есть ты едешь, давай так, два варианта существует. То есть есть вариант, когда ты едешь и видишь девушку, которая, допустим, стоит в параллельной машине в пробке или просто едет рядом с тобой параллельно. И второй вариант — это, как бы, вариант, когда девушки стоят на остановке, либо там идут по тротуару, и ты решил к ним подойти. Итак, начнем с первого варианта, он такой более интересный. То есть, слушай внимательно, это реально работает. Это работает на 100%. Так, это не мне, это не мне. Вот, смотри, какой прикол. Девушка, ты видишь девушку. Можешь ей немножко там посигналить, чтобы она, собственно, обратила на тебя внимание. Как только она обращает на тебя внимание, ты опускаешь свое окно, можешь заранее его опустить, стекло, и, соответственно, показываешь ей таким вот директивным, очень важно, директивным жестом, таким, типа, опусти окно. То есть, при этом у тебя серьезное лицо такое, знаешь, ты как бы просишь вроде бы вот этим жестом, да, но ты одновременно с этим как бы приказываешь ей. То есть это очень важно здесь именно действовать как бы в таком, в директ-стайле. Вот, опусти окно. Девка окно опускает. Бывают случаи, конечно, не опускают, но здесь в основном реагирует хорошо. Опускает окно, и ты ей туда кричишь, как бы, или говоришь какой-то комплимент. Привет! Улыбаешься. Отлично выглядишь. Она, да, спасибо. И следующее, что ты делаешь, ты говоришь: слушай, остановись там на минутку, я хочу с тобой пообщаться. То есть ты также в директе говоришь ей: остановись там, не могла бы, не пожалуйста, а просто остановись там, и показываешь ей, ну, где-то там, допустим, за перекрестком или там, ну, там возле обочины и так далее. Привет, опусти окно, привет, классно выглядишь, постой там, остановись там, я хочу с тобой пообщаться буквально минуту. Девки могут, конечно, тебе возражать, да, но ты возражение обрабатываешь быстренько, и девушка останавливается. То есть, в принципе, здесь, наверное, процентах в 70-80 случаев, ну, мне удается остановить девушку. Вот. То есть, после того, когда она остановилась, что ты делаешь? То есть, ты встаешь на своей машине рядом, перед ней, там, за ней, неважно, как-нибудь встаешь на своей машине, выходишь из тачки, подходишь к ее машине, ну, то есть пытаешься, чтобы она там опустила окно показать, и говоришь ей: привет, там, ты офигенно выглядишь, ты мне очень понравилась, куда спешишь, там, ну, что-нибудь такое. И самое главное, что ты ей говоришь: давай, ты сейчас выйдешь на минуточку из машины. Она, допустим, там: нет, там, я боюсь, ты говоришь: да не бойся, ну, если это не знаю, там, 75-й километр трассы, там, Москва-Челябинск, и не 3 часа ночи, да, и не в лесу, то с чего бы ей бояться, если это все происходит в городе?
выйди на секундочку, пообщаемся. Она такая, я не могу, ты говоришь, ну я же не гаишник, чтобы с тобой вот так общаться, мне не слышно ничего, что ты говоришь из машины. Она выходит, как бы это для нее еще один крышеснос, то, что ты не просто ее там заставил остановиться, а еще и вытащил из машины. Тут же ты ее заинтересовываешь быстренько, вызываешь доверие, ну как обычно, по обычной схеме знакомства. И берешь телефон. Все очень просто на самом деле. Вот. И, соответственно, попрощался, обнялся и уехал. Почему в таких случаях девушки очень часто дают свои номера, прям вообще практически безотказно? Потому что, ну, если она, конечно, не замужем там. Потому что, как бы, здесь реально ты сносишь ей крышу. То есть с ней так никто еще не знакомился. Ну, если даже пытались из машины познакомиться, ну уж точно останавливать никто не пытался. А тут ты, получается, ей приказываешь буквально остановись, она останавливается. Ну, потому что у нее есть такой инстинкт подчинения, да, она, может быть, даже мозгом понимает, что я сейчас творю, а как бы инстинкт заставляет ее действовать так. Вот, она останавливается, ты ее вытаскиваешь из машины, это второй плюс, и, соответственно, девка просто в шоке. Вот. То есть, и второй момент, когда девушка, допустим, идет по тротуару или она стоит на остановке, тоже подъехал. Очень важно, что не надо делать. Критично не надо. Никаких там выкрикиваний из машины. То есть самое главное, что ты должен сделать, запомни, ты выходишь из машины. Я постоянно наблюдаю такую херню, как парни, там, знаешь, медленно катятся параллельно с девушкой по дороге, что-то открыв окно, и что-то ей пиздят. То есть на самом деле это проявление того, что парню просто страшно, он просто сыт. Просто сыт. И девушка это прекрасно понимает, что настолько... Она думает, что если чувак не выходит из тачки, значит, либо он сыт, зачем мне такой парень? Либо если чувак не выходит из тачки, значит, может быть, он какой-то опасный, может, ему есть что скрывать. Может, у него там в багажнике, не знаю, блядь, еще 17 человек сидит. Такой прикол. Вот. То есть обязательно выходим. Никаких там свистеть, никаких сигналить, там, никаких там, эй, девушка, давайте я вас подвезу, прокачу. То есть не предлагаешь ей ни подвезти, ни прокатить. Если действительно тебе по-настоящему с ней по пути ехать, допустим, на работу ты едешь с утра, то можешь предложить подвезти. Но только в том случае, если ты уже взял телефон. То есть до того, как ты берешь у нее номер телефона, ты ей ничего не предлагаешь. Твоя задача здесь познакомиться и взять номер, заинтересовать собой, а не подвозить, потому что и ты не такси. Вот. Если ты думаешь, что предложение подвезти, ты ее там заинтересуешь, все это фигня. Как бы. На самом деле, если ты ее не заинтересовал как молодой человек, как личность, то есть она подвози, не подвози, она на тебя не поведется просто. То есть так же вышел из машины еще раз, остановилась, идет там, или подошел к остановке, поздоровался, представился там, заинтересовал. Все очень быстро, взял номер, попрощался, уехал. Все очень быстро. А вот тебе, короче, как бы история, которая произошла со мной когда-то, даже две истории. То есть вот что я вспомнил сегодня. То есть пример того, как я для себя открыл знакомство на тачке. То есть когда я только начинал всю эту тему, у меня был друг Миша, про которого я неоднократно говорил. Он сейчас есть, дай бог ему здоровья, он живет в Германии. Вот. Миша Гринберг, если ты увидишь этот видос, то тебе большой привет. Вот. И, соответственно, он меня как бы в эту тему немножко погружал. Я тогда еще ничего не знал, но у меня было огромное желание научиться. А он уже был в теме, он был таким достаточно прокачанным чуваком. Вот. И мы как-то ехали с ним на тачке по Самаре еще. И едет девка, ну, прикольная девушка в машине такая, ну, может быть, лет 30. Тогда мне было лет, там, не знаю, там, 23, вот так вот, может быть. Вот, и, короче, Мишка делает точно так же. Он ей показывает, опусти окно, она опускает, там, правда, на светофоре все было, а не на ходу. Что-то хихи-ха-ха, слушай, а тормозни там, я хочу пообщаться. А Миша, он такой, он как бы вообще общался в жестком директе, как бы. И суть в том, что девка останавливается, я сижу рядом, ну, бля, нифига себе, как это так вообще, как так? Для меня реально был шок. Вот, он выходит, он ее вытаскивает, машет мне рукой, типа, Вован, кричит, иди сюда. То есть, ну, видимо, он все-таки хотел показать, как это делать. Я выхожу, мы стоим, то есть там знакомимся, он ее там обнимает, обнюхивает, не знаю, мимо проезжают тачки, просто нам сигналит, там, типа, вот думают, что будешь там, не знаю, влюбленный или кто-то. Ну и, короче, он берет у девки телефон и говорит, давай мы словимся вечером, я буду с братом, ну и показывает на меня, типа, мы вдвоем. А она говорит, да, давай. И как бы прикол в том, что
Короче, как, мы вечером договорились, у нее была какая-то такая тачка, типа, ну, мы ездили тогда на Мишиной 99-ке, а у нее была такая тачка, типа, какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь там Шевроле Круз, я не помню, был там какой-то Шевроле Каптива, Авео, какая-то такая хрень, короче, типа, ну, седан, я не помню, как это называется. То есть мы встретились с этой девкой, вон, кстати, еще одна какая-то. А все окна. Кстати, очень классно выглядишь. Жаль, что ты это, не в ту сторону едешь. Давай, всего хорошего. Кстати, очень прикольный момент такая, короче, какая-то золотистая Audi кабриолет. И такая брюнетка, прикольная девка сейчас проехала. Блин, реально жаль, что она ехала в этом. Ну, в другую сторону, блин. Ребят, такое случается постоянно. Так вот, по поводу... Блин, классная была девка, жаль. По поводу Миши, короче. Реально совпадение какое-то, блядь. По поводу... Чё я говорил? Да, короче, мы с этой девкой встретились, ну, в парикмахерше. Она приехала на своей тачке. Мы пересадили ее в Мишину. Поехали кататься втроем туда, вот, кто Самарский, тот знает, Ульяновский спуск. Это где паром там и так далее. То есть туда обычно я ездил всегда трахаться. Вот. А, была осень, ну, в принципе, не так холодно. Мы вышли там, постояли, поболтали, поугарали. Миша тут же начал ее возбуждать. Там, ну, как бы я к нему присоединился. Мы просто все делали вместе, и как бы это получалось как-то синхронно. Вот. И, собственно говоря, после этого как бы мы залезли на заднее сиденье под предлогом того, что стало прохладно, да, он там, давай мы тебе сделаем сейчас прикольный массаж руки, как мы делали всегда это. Ну и тогда в первый раз, то есть для меня это было практически. Мы посадили девушку на заднее сиденье, сели с обеих сторон и начали одновременно делать там массаж рук. С одной стороны, я с другой, с обеих сторон. Начинаем нюхать, то есть с одной стороны, с другой стороны, девка возбуждается. Я вообще не знаю, как это происходит, но, короче, через какое-то время Миша уже там ее засасывает и лезет там ей рукой в сиськи, ну, и так далее, в пирожок. То есть, в итоге кончилось чем? Что мы вдвоем одновременно залезли на эту девку, которая была при этом старше нас, у нее же в тачке. Причем у нее такой был бежевый тканевый салон, мы его, короче, довольно прилично истоптали. Сейчас, секунду, ребят, подождите. Бля, сейчас. Да, Саня, а я вот подъезжаю, алло. Ну да, я просто сейчас это, ну энтузиастов, но тут недалеко, короче, свернуть. Я думаю, сейчас буду через 10 минут. Давай, Сань. Короче, Мишу потом, после того, как все это произошло, Мишу потом очень умиляло. И он такой с удовольствием, не знаю почему, говорил, что, блин, мы ей весь салон истоптали, бля. То есть его это настолько радовало. Короче, залезли на девку. Для меня это вот было такое очередное открытие, потому что в молодости, вот в то время, у меня было очень много открытий. Сейчас как бы все эти ситуации уже были, и это довольно привычно. Вот, то есть это первый опыт, как вот эта модель знакомства в машине сработала. И второй опыт, ну, их было дофига таких случаев, просто как бы какие-то яркие сейчас вспомнил, которые я тебе еще не рассказывал. То есть второй был, что я ехал на машине, смотрю, девушка стоит прикольная такая, классная, короче, голосует. Я пытался, ну, типа, успеть, но передо мной какой-то мужик там свернул на четверке причем. А у меня тогда была десятка, вот. И, соответственно, девку посадил, блин. Я думаю, что делать, ну, понравилось. Короче, догоняю, поравнялся, показываю, опусти окно. Этот мужик на меня так смотрит злостно, коршуном. Потому что, наверное, он уже начал ревновать. Хотя, в принципе, он старый, и он ее просто вез, как таксист. Ну, все-таки они опускают окно. Я говорю девке, слушай, а пересаживайся ко мне, короче. Ну, я, типа, заплачу этому чуваку денег. Давай я тебя лучше подвезу там куда-нибудь. Она там, нет, нет, там, ну, короче. И тот чувак такой раз закрыл окно, что я с ней не разговаривал. Вот, в итоге, что было в итоге? Подожди, я опять отвлекся. А, смотри, она ехала в Мега-Сити за сапогами. Вот, ну, как выяснилось потом. То есть я ехал за ней довольно долго потом, ну, мне было там нефиг делать на тот момент. Она остановилась возле Мега-Сити, это торговый центр такой на Новосадовой в Самаре. И вышла. Я, короче, остановил тачку, бегом за ней догоняя, она в шоке, что я ее догнал. Такая, а как так? Я говорю, там, ты мне понравилась, скажи, давай общаться. Она говорит, я сейчас не могу, мне как бы это, сначала сапоги надо купить, а потом уже можно пообщаться. Я говорю, знаешь, короче, сделаем так. Ну, можно было, в принципе,
поехать, вернее, пойти с ней выбирать сапоги. То есть это было бы очень круто. То есть надо было так сделать. Но я как сделал? Я что-то, я не помню, или какие-то дела были, или что-то. Ну, реально история давняя, я сейчас уже не помню. То есть я, короче, ее оставил в этом мега-сити и пошел, ну, куда-то отъехал. Я сказал, что я сейчас наберу там через час, или она наберет там, когда сапоги. Ну, хотя нет, подожди, то есть я сам ее набрал, да. Короче, суть в чем? Сажаю девку к себе, девка довольная, счастливая, тоже такая, ну, взросленькая. Как бы купила сапоги, она еще попросила, говорит, давай я за руль сяду. Я говорю, у тебя хоть права-то есть? Говорит, нет, но мне так нравится водить, я типа учусь. В общем, поехали мы так же, покатались по городу на этот ульяновский спуск, а был еще день. Вот, и там еще была осень, как бы, и река уже начала застывать, Волга, я имею в виду, да, но там как бы паром. То есть, и мы, я вот поставил тачку прямо практически на том месте, где на паром заезжают там люди, машины там и так далее. Вот. И мы с ней общались, как бы, ну, я начинал как бы ее уже там подводить к фасту, заинтересовал, возбуждал, машина вся запотела, сидели на заднем сиденье, обнимались, целовались. И, короче, прикол в том, что уже в тот момент, когда я практически раздел, там остались, ну, буквально одни трусы, вот, подъезжает этот паром, подплывает, подходит, вернее, надо быть грамотным. Вот, подходит этот паром, и как бы... А у нее такой большой прожектор, а время было уже там часов 6, наверное, уже, ну, как бы стемнело практически. Тут вот рядом стоят люди, которые хотят в паром, тут люди с парома выходят. Я понимаю, что он светит фарами прямо мне в лобовуху и видит, наверное, как там мы вдвоем полуголые сидим на заднем сидении. Короче, пришлось как-то быстренько перелезть, ну, потому что я был голый, у меня стоял член. То есть перелезть через заднее сиденье сюда на переднее, чтобы с тачки не вылезать, не позориться. И чуть-чуть я отъехал в сторону. В итоге, конечно, все равно это закончилось сексом. Но вот при этом вот был такой еще дополнительный крышеснос. В данном случае, ну, девка получила эмоции от того, что я вот так необычно познакомился, что все равно догнал. И второе, что вот этот вот паром на нас светил. То есть девушки очень любят эмоции. Ребят, сносите крышу девушкам вот такими вот необычными знакомствами. Знакомствами на тачке, там, знакомствами там, где-то на тротуаре, на остановке и так далее. У нас еще, короче, кстати, вспомнил такую историю, был случай. Мы с Миханом ездили на свидание вдвоем, по двое. Вот, и как бы всегда говорили, что я приеду с братом. То есть для девки это было уже как минимум необычно. Она тем более не могла подозревать даже о том, что мы еще не просто приедем на свидание, мы еще и будем трахать ее вдвоем. Ну, во всяком случае, попытаемся. Конечно, было много обломов, было. Нас сливали, то есть это нормально. Я не говорю, что все подряд девушки там были закрыты нами. Вот. И мы ехали, взяли одну девушку, короче, посадили на заднее сиденье, едем вдвоем по Киевски, спускаемся, смотрим. Идут такие офигительные ноги, просто невероятные. И, короче, мы с Мишей такие переглядываемся одновременно друг на друга. Понимаю, что, блин, надо выбегать, останавливаю тачку, открываю дверь одновременно и бежим к этой девке, кто вперед, блядь. Я просто не представляю, что думала в этот момент девушка, которую мы везли на свидание. Она скажет, что мы вообще просто ебанутые, потому что мало того, что мы вдвоем пригласили на свиданку, мы еще при ней сейчас бежим с другой девкой знакомиться. Она все это видит, мы возвращаемся в тачку. Она говорит, ребята, что сейчас было? Мы говорим, ну, блин, ничего, девушка понравилась. Она просто была от нас в шоке. Короче, ребята, собственно, заболтался, да, видео было о том, что как бы как знакомиться с девушками, если ты на авто, если девушка на авто. Пробуй, блядь, сядь, не знаю, сядь прямо сегодня в свою тачку, прокатись по вечернему городу, может быть, ты кого-то встретишь. Блин, самое прикольное, что когда вот такие знакомства происходят, рядом не бывает камеры, вот, и, блядь, то есть нет чувака, который мог бы меня снять. Но мы вот в ближайшее время обязательно снимем что-нибудь такое, то есть я специально буду ездить с другом по городу, мы вот уже договорились, чтобы показать вам какие-то новые... интересные подходы. И будем ловить девушек на машинах. Все, рад был с тобой пообщаться. На связи был Шамшурин. Подписывайся на мой канал. Также заходи на мой новый сайт мужскойблог.ру, ссылку на который ты увидишь внизу под этим видео в описании. И читай там очень много интересных статей на абсолютно разные темы, касающиеся соблазнения. Все, давай увидимся. Счастливо, пока.